отель, красивая подсветка, бассейны, красивое побережье впереди. Все это очень приятно смотрится, и теплый воздух, в Москве метель, завтра прилечу, вся зима впереди. Но я очень рада, что я приехала именно сюда. Отель мне понравился, и свои впечатления я там выложу на сайте и расскажу подробно, что понравилось, что не понравилось. Так что доброго мне вечера, и хорошо мне провести последний вечер в отеле «Сива Шарм». Сегодня будет у нас живая музыка. Посмотрим, что будет. Вот такая красота впереди. Море красивое, небо, луна. Я прилетела, она была совсем маленькая. Не знаю, вот она такая. А сейчас она уже почти больше половины. Быстро растет. Молодая луна. По прогнозу погоды, через недели две здесь температура опустится, будет 10-14 ночью, и море остынет, и уже купаться будет нельзя, холодно. Сегодня я купалась, было, в общем, нормально, но когда выходила, уже чувствовалось, я в море подмерзала. То есть вода застывает постепенно. Она хорошо прогрелась за лето, а сейчас вот температура падает. Вот здесь у нас будет дискотека. В колонке стоят светомузыка. Да, здесь бар. А под ним находится спа-салон и тренажерный. Да, сегодня я женщина занималась. Там с трубы идет дым на кухне. Небо, мало звезд сегодня. И когда мы летели на самолете, было вообще просто потрясающе. Вот эти моменты, небо просто было усыпано звездами. Когда пролетали над Кавказом, там были грозы, и вспышки молнии были так хорошо видны, так освещали. Хорошо, они к нам не близко не подходили. Вот мы их облетели. Вот, но вообще и луна была очень красивая, и казалось, что ты как вчера на хуторе без Диканьки, ведьма, летишь украсть эту луну. А луна была очень красивая, маленькая, молодая. Вот, и солнце закрывало, она совсем таким маленьким серпом висела. Ну, вообще было интересно смотреть в иллюминатор. Потом я поспала, потом я опять сидела, смотрела. Ну, вообще интересно было лететь.
по записи. Ну, я не знаю, наверное, интересно сходить, но я не буду записываться, чтобы съесть пасту. То же самое, что примерно готовят там у нас в ресторане, только тебе здесь подают, приглашают тебя официанты, приглашают, подают тебе. Честно сказать, не буду я терять время на этот ресторан. Но, конечно, каждый имеет полное право записаться, пойти и сходить в такой ресторан. Так, вот здесь у нас будет дискотека. Здесь у нас патио-бар. Вчера я сразу в него попала. И бармен ловко, жонглируя бутылкой, уронил ее. И удивительно, она не разбилась. Вот это да, это был номер. Здесь вот у нас большой холл. Холл красивые, хорошо оформленные. Здесь вот, там можете экскурсии заказать. Здесь вот тоже экскурсии. Здесь можно дайвинг заказать. Сегодня вот плавала. Но море было жалко, мутноватое, снимала. Так, вот здесь вот сидят наши представители от Библиоглобуса, от которого мы прилетели. Ну и вот здесь какой-то еще конференц-зал. Ну, здесь приглашают на встречу с гидом. Здесь вот тоже какой-то холл. Написано, что детский клуб. Но не знаю, когда он работает. Детей у нас маленьких сейчас нету. Слава богу, все уже выросли. И здесь уже, ну здесь вот смотрят, вывешивают на выезд. И тоже мне 13-го предстоит смотреть, когда мой вылет. Ну и вот такой, такой у нас здесь отель. Заказать такси. Вот там вот есть зона, я не знаю, во всех отелях или только в нашем отеле. Вот встречают нас таким красиво оформленным столом. Пока новогодней тематики здесь не чувствуется. Ну ладно. Так, вот наш ресепшн, где нас оформляли. Здесь вот люди у нас спят. Те, кто прилетает ночью, сегодня спали на всех диванах. Ну, понятно, не всем хочется платить $20. Хотя вот мы прилетели, у нас, получилось, день пропал. Но и за счет этого тоже все равно все как бы компенсируется. Отель-то не в накладе, но тем не менее. Ну, вот здесь вот есть обувь всякая, магазин. Здесь какие-то картины, здесь вот какие-то сувениры, здесь вот ювелирная всякая штука, дальше сумки, шлепки. То есть если что-то забыл, можно купить, но лучше не забывать, свое оно роднее. Ну, бывает, нужно обновить. Ну а так вот и маски есть для плавания, еще вот и для детей тут круги всякие есть. Еще бы этот отель сделал вход в воду бы покомфортнее, потому что я входила, он так болтается, но у меня... А, еще здесь вот магазин всякие, эфирные масла, чаи. Такой магазинчик есть. Ну, вот я сделала почти круг. Здесь вот... Здесь вход. Это лифт. Есть. Вот есть лестница вниз. И мы выходим на открытую зону. 7-й этаж. Вот тут какой-то ресторан, сидят, что-то едят. В общем, праздник живота, короче. Еда, еда, еда.
переедаем, а потом думаем, как нам похудеть. Ставлю видео. Очень здесь красивые места. Все подсвечено. Очень прям так все красиво, живописно. Вот наш отель. Ветер сейчас стих. Я надеюсь, завтра будет потише ветер, и мы сможем нормально поплавать. Потому что, во-первых, вода мутная. А во-вторых, болтает очень. И в-третьих, вот она, луна. Сейчас начался отлив. Вода отходит. И у нас там очень мелко. И тебя бросает прям буквально на камни. Поэтому приходится чуть отплывать все время от рифа. Потому что идет там резкий обрыв. Ой, вот там еще дальше идет вот это наше. Тут 7-й этаж. Можно вот туда пройти, посмотреть. Ну и вот есть внизу на 6-м этаже такой же балкон большой, обзорный. Там можно походить, посмотреть. В бассейне я купалась, вода холодная. Но я бы не сказала, что очень холодная. Море я вообще не поняла. Нырнула. Нет, ну я не замерзла, значит нормально. Вот, бассейн попрохладнее. И в бассейне я купалась сегодня раза 3 или 4. Потом меня просто сморило, видимо, от такого купания плодотворного. Прямо на лежаке я минут 20. Я увидела, что многие, потому что много двигаются, ну, более активная жизнь, то бассейн, то на море, то что-то там какие-то, ну, в основном женщины ходят. То акваэробика, то была зумба, танец живота. В общем, целый день. Аниматоры, команда, ребята активные такие, хорошо всех утащат, чтобы занимались, чтобы двигались, потому что прекращайте танец, проник живота, потом будете страдать и пытаться похудеть. Вот что-то принес еще один, спрайт, большую бутылку. Видимо, может быть, что-то отмечают, я не знаю, какие-то праздники устраивают. Ну вот эти террасы, они очень такие приятные. На них можно посидеть. А вот у кого-то здесь выход. А вот здесь 7-й этаж, а вот еще 8-й. А вот здесь вот большой, это, видимо, какой-то пентхаус. Таких 2, наверное, для особых каких-то гостей.